Гомельской области сёлета удвоя повеличили посевные площади под гречку с 3 до 6 тысяч гектаров. Отбилося это и на держзаказе по ее нарыхтовце. Тут лічбы так само выросли удвоя. По даденных Минсельгазпрада на сегодняшний день эта культура в регионе убранная больше, чем на полове площади. На складах находится больше за 1100 тонн зерня. Гречку у Гомельской области вырощивают каля сотни господарок. Филиал Гомельский комбинат хлебопродуктов открытого акционерного товариства «Гомель хлебопродукт» – буйнейший нарыхтовший гречки в Украине. Сёлета первые машины с зернем сюда начали прибывать ранее, чем обычно. Заместо минулогодних 3000 треба отправить на склад 6000 тонн гречки. В этом году приемка гречихи началась значительно раньше, во второй половине августа. Вот, на сегодняшний день мы приняли 1100 тонн, то есть вся основная масса приемки будет впереди. В среднем приемка осуществляется где-то 1,5-2 месяца. То есть в этом году надеемся, что в сентябре-октябре все зерно будет поставлено нам на комбинат. Персонал участка крупозавод до выполнения новых задач готовы. Кажут, смогут перепрацовать и шмат больше. У межсезонья подрихтовали до працы у напруженную пару обсталявания. При необходимости готовы перейти на двухзменный график работы. Персонал у нас готов, обучен. Это у нас уже как бы отработанная схема. Завод работает, может и в круглосуточном режиме работать. Сутки мы перерабатываем 160 тонн. На выходе 110 тонн крупы уже готовой продажи. Параллельно с держзаказом Гомельский комбинат хлебопродуктов перепрацовывает гречку для нарыхтовчих организаций из других регионов Украины. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».